30 лет со дня образования. В 5-й отдельной бригаде специального назначения отпраздновали юбилей 334-го отряда спецназа. Бойцы этого подразделения участвовали в боевых действиях в Афганистане. Во время выполнения интернационального долга белорусскими десантниками было совершено более 250 боевых выходов. За мужество и героизм многие военнослужащие отряда были награждены орденами и медалями. Почтить память героев в Марьиной Горке собрались их боевые товарищи и командование вооруженных сил. Кроме тропы разведчика, бойцы знаменитой пятерки продемонстрировали мастер-класс по рукопашному бою и лучшие образцы экипировки и боевого оружия. Также на территории военной части осветили недавно построенную часовню святого Георгия Победоносца.